Здесь, в UFC, мы предоставляем... была бессмертным лидером прогресса, не только разрабатывая новые технологии, но и как можно полнее раскрывая их потенциал. После того, как гидропод обеспечил нас нескончаемым запасом топлива, специалисты начали заниматься Давай! Можно выхранить это топливо сжатым, чтобы притворить в реальность мечту человечества о выходе за пределы Солнечной системы. И теперь мы с уверенностью отвечаем «Да, что они засекли твое расположение, но не могут до тебя добраться, чтобы пройти через технические помещения и соединиться с ними в третьем секторе. Аудиозапись Уолтера Коннорса. Компрессор молекулярного топлива показывает великолепные результаты. Последние изменения, которые я внес в уравнение, стали толчком к недавнему открытию.
Моя работа над этим проектом послужила катализатором, ускорившим развитие работы. Я также следил за тем, чтобы каждый качественно выполнял свою работу и, конечно, перепроверял все данные, чтобы нигде не закралась ошибка. Новые достижения принесут компании огромную прибыль. Скажу без ложной скромности, из моих идей и тяжелой работы мы вряд ли смогли бы добиться такого успеха. Я также хотел бы выразить вам признательность за вашу руководящую роль в этом проекте. Работать с вами – большая честь. Только, пожалуйста, не в конце Уолтер закончил. Имей в виду, сильный импульс может отрубить даже фонарики в пространстве.
я не могу встать. Некогда разговаривать. Что это? Держись ближе. Пронесло. Тут недалеко. Пошли. У нас нет времени!